Долг врача не только заботиться о своих пациентах, но и оказывать помощь тем, кто в ней нуждается, даже за пределами страны. Десант из 26 подмосковных врачей отправился в Казахстан, чтобы поддержать больных и медиков в борьбе с ковидом. Среди них двое врачей Химкинской областной больницы. Заведующая инфекционным отделением Елена Долгих и инфекционист Любовь Пучкова – одни из лучших медиков Химок. Последние месяцы они мужественно трудились во благо пациентов. В течение недели мы работаем в многопрофильной больнице номер 1. Города Нур-Султана и оказываем консультативную помощь врачам в лечении тяжелых пациентов. Мы регулярно общаемся с нашими коллегами, то есть они работают в крупном госпитале, который развернут на 690 коек. Там находится огромное количество пациентов. Они сразу изъявили готовность и как настоящие герои, да. То есть объявлено было накануне вечером, буквально через 2 дня уже спецборд МЧС доставил их в Нур-Султан. В то время как в Казахстане сейчас рост заболеваемости COVID-19, в Химках эпидемия идет на спад, отмечают медики. Сейчас в инфекционном отделении Химкинской областной больницы 4 пациента, которых отправят долечиваться в другие подмосковные учреждения. Сама больница переходит на плановый режим работы. Хирургический корпус возвращается к мирной жизни и начнет прием нековидных пациентов уже с 20 июля. Ксения Брагина, Николай Забродин, новости Химки ТВ.